Кстати, твой подарок отлично тоже вписался. Это мне Слава подсказал. Правда? Ух ты! Слава, попробуй. Очень даже вкусно. Спасибо. Мы с панельных новостроек. Быть может, что женись на ней. Я очень тебя ждала. И пока в моде ярлыки, этикетки и бирки, он обещал ей гореть и не жить под копирку. Они рисуют в планах домик с лужайкой в окне, щенка терьера, камин, мягкий плед, каберне, своих родителей в детской, Париж на холсте. Вы именно то, мы именно те. Я мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журавль в руках, а клинок в ножнах, иметь дочурку и сына к 30 примерно, и быть не просто отцом, а быть примером. Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журавль в руках, а клинок в ножнах, иметь дочурку и сына к 30 примерно, и быть не просто отцом. Сейчас зефирка будет отступать. Ну, значит, будем болеть за нее. Давайте лучше, никто и никогда больше не будет болеть. Слышь, как говорит, да. Как настоящая жена врача. А я и есть жена врача. Самого лучшего в мире.